Райисполком утвердил образование 42 избирательных участков за рубежом. Еще два на согласовании. Участки за рубежом образуются на территории дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств госорганов за рубежом по предложению Министерства иностранных дел и по согласованию с государствами аккредитации. На согласовании со странами аккредитации находится открытие еще двух избирательных участков за рубежом в городах Рим и Париж в связи с большим количеством граждан Кыргызской республики, проживающих или находящихся там. Состоится такая онлайн-встреча с лидерами общественных организаций наших граждан за рубежом. И, конечно, речь пойдет о том, как создать максимально удобные условия для участия наших граждан за рубежом в голосовании. Речь пойдет о формировании избирательных комиссий, о том, каков порядок включение в списки избирателей за рубежом. Конечно, мы информируем о всех новых правилах, которые мы выработали для того, чтобы им удобно было принимать участие в выборах.